нормально, очки как очки. Идут. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы уже открылись, да? Да. Я проезжал, вроде была там надпись какая-то. Да, ну ладно, так что мы заедем к вам теперь. Как мама? Да нормально, на дачу тоже переехали. А, на даче сейчас находимся. Теперь я скажу, что вы работаете, мы заедем. Вот. А колбасы, я смотрю, твоей нет такой. Ну, я вот заказала, но там чуть-чуть не принимали заказы. Ага. Я объяснила, натуральные оболочки. Да. Они такой прислали. У них это натуральная оболочка. А. Но я не стала ругаться, взяла пока. Ага. Ну, вы понимаете, да, о чем речь? Да, идет? Я понимаю, но они меня не поняли. А, они вас не поняли, да. Хорошо. Вот. Ну, ладно, все, спасибо. Заезжайте, будем. Да, будем заезжать, да. Хорошо. Не ошибутся еще раз. Да. А мороженое сейчас сколько будет теперь стоить? Вот это в стаканчике наше любимое. А, да? Без изменений, да? Хорошо. Все мороженое изменилось. Старые цены. Да, да. Ну, это прекрасно. Все. Все, рад был вас увидеть. Все. А? Если ты купишь крем-брюле, то я не откажусь. 80 рублей. У нас пока карта не работает. Да? Ничего. Ничего, да? Ничего, да. Мы прогулялись по реке, туда-сюда сходили, красиво. Ну, еще черемуха не цветет, но мы просто прогулялись туда, вот, по реке. Там. Потом... Сыр будет холодно, да, говорят? Ну, говорят, да, но красивее будет. Спасибо. Здравствуйте. Здрасте. На машине гуляете? На машине, да, приехали. Все, спасибо. Все, до свидания. Да, спасибо большое, обязательно передам.